Привет, это Черногория, Будва. Сегодня расскажу о пляжах Будвы. В черте города Будвы расположены 6 пляжей. Славянский, Ричардова Глава, Магрен 1, Магрен 2, пляжный клуб Дуклей и пляж комплекса Дуклей Гарден. Славянский пляж – это главный городской пляж Будвы. Протяженность 1,5 километра. Покрытие галька, есть участки с песком. Вдоль всей набережной кафе и рестораны. Можно арендовать шезлонги с зонтиками. Некоторые рестораны предлагают бесплатно шезлонги, если заказываете у них еду и напитки. Пляж Ричардова Глава. Маленький уютный пляж в старой Будве возле крепостных стен. Протяженность 200 метров. Покрытие галька, поверх которой насыпан песок. На пляже 2 кафе и шезлонги. Но можно расположиться бесплатно на своем полотенце. Многие отдыхающие делают здесь отличные селфи под стенами старой крепости. Следующий пляж – Магрен-1. Протяженность 250 метров. Добраться до Магрена можно пешком вдоль скалы и старой Будвы за 10 минут. Покрытие – галька, на нее насыпан песок. Здесь в сезон много людей. Можно арендовать шезлонги с зонтиками у моря. А можно лежать на своих полотенцах в тени под крутой отвесной скалой. Есть кафе, туалеты, душ, раздевалки. Проходим через симпатичный туннель в скале и попадаем на пляж Магрен-2. Протяженность 300 метров, покрытие крупный песок, кое-где камни. Людей на Магрене-2 меньше, вода прозрачнее. Клубный пляж Дукли расположен прямо за крепостной стеной старой Будвы. Это небольшой пляж, вода бирюзовая, чистейшая, прозрачная. Протяженность 100 метров, покрытие песок. Есть места, где можно расположиться со своими полотенцами. Пляж комплекса Дукли Гарденс. Это комплекс элитных апартаментов Дукли. Стоит на мысе между Будвой и Бечичи. Есть ресторан и частный пляж для постояльцев этих апартаментов. Но на пляже также есть небольшой участок для отдыхающих со своими полотенцами. Вдоль всей пляжной линии Будвы расположен удобный променад с большим количеством кафешек и ресторанов, магазинов и магазинчиков. На пляже огромное количество водных аттракционов. Отдыхающим скучно не бывает. Но мы все-таки отдаем предпочтение пляжу Бечичи, до которого можно дойти пешком из Будвы через тоннель за 10-15 минут. В Бечичи живет наш друг Зоран, хозяин виллы Бельмары, где мы останавливаемся постоянно, когда путешествуем по Черногории. Расположение хорошее, номера хорошие, цена хорошая. Кого интересует хорошее проживание, ссылка в описании под видео. Черногория классно, Русия тоже классно. Понравилось видео? Поставьте лайк, напишите комментарий, задайте вопросы, поделитесь с друзьями, подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми увидеть наши новые видео. А мы их выпускаем постоянно. Всем удачи, до встречи!